всем привет! Рад приветствовать вас на нашем новом канале. Меня очень давно посещали мысли по поводу создания его. И все как-то не получалось. Не было возможности, не было времени. И вот наступил тот момент, когда появилась возможность, появилось время, а самое главное, появилось желание. На этом канале я постараюсь вам показать мир автомобилей непосредственно так, как вижу его я. А точнее, мы с вами посетим очень значимое место для меня. Место, в котором первый раз в жизни я почувствовал соревновательный момент в мире дрифта. Место, в котором я первый раз увидел глаза про-пилотов и столкнулся с ними. Мы попробовали проехать парный дрифт. Это, конечно, было убого, но это было первый раз. На данный момент это место заброшенное. Его не посещали уже более 2 лет. И мы с вами съездим, я вам покажу, как это было. Поехали! Завтра этот город замрет, мы откроем с глазами утро. Знаю, это только повтор, но ускоривший шаг, как будто мы однажды продолжим сон, тогда сразу поймем, как года пролетали глупо. Сейчас не важно, как далеко зайдем, важно лишь, что после нас не осталось пустота. Мы испаримся, как дым, мы выгорим, как огни. Мы испаримся, как дым, и повторим этот миг, и пока живы, пусть сблизится мир. Мы испаримся, как дым, мы выгорим, как огни. Мы испаримся, как дым, и повторим этот миг, и пока живы, пусть сблизится мир. Пока живы, пусть близится мир. Итак, банда, а тем временем у нас наступило утро. Нам предстоит загрузка, а для вас будет много холодных пусков. Поехали! А вас ждет еще один холодный пуск. Банда, еще забыл сказать вам один момент. Для тех, кто не в курсе, я работаю в ритуальной сфере, поэтому не пугайтесь. Нам предстоит загрузка технички и загрузка корча на подкат. Поехали! They call me the pill like I'm the Zanny man. Run up on a nigga, catch a body bag. Sway on a nigga, bring the swag bag. Fuckin' with a thotty, got a bad ass. Итак, банда, вопрос знатокам. Что мы имеем? Бутылка, веревка и планки. Напишите в комментариях свой вариант. Для чего нам это нужно? Это незаменимая атрибутика. Докладываю обстановку. Загрузка прошла успешно. Машина экипирована, корч висит сзади. Направляемся в сторону Минска. Nigga, Mr. Four had to backtrack. Bitch, I be the commie, can't deny that. Yeah, nigga, yummy with my dark ass. Don't ask for the cash, making niggas pass. Chillin' with your bitch, you call me daddy. Now she want the keys to the caddy. Feelin' hella loose, bout the addy. Bitch, I'm super faded like an addict. Call me the coach, I got the tactic. Throw you on the field, now you swaggin'. Gangin' nigga, hotbox the wagon. 100+ grand that I'm packin'. Call me, yeah, call me, call me, they call me the
Пойдем, банда, покажу вам интересную вещь. Здесь настолько все серьезно было раньше, что даже имеется карта трассы. Сейчас вам постараюсь рассказать. Вот. Так, что мы имеем? Старт, постановка, перекладка, клипер-зона, 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 перекладка, клипер-зона передними колесами и финиш. Выглядит примерно так. I'm a face gang. They call me the creep like I'm the boogeyman. I kill that shit, boys, I be the witness. Accuse me of murder, got beats on my hit list. The judge gave me no, but that bitch on my hit list. Whip it up, trapping. Итак, мы прибыли. Локация называется Ореховская. Что из себя представляет? Бывший аэропорт. Когда-то был военный аэродром, на данный момент заброшенный. А сейчас я постараюсь вам рассказать про эту локацию немного поподробнее. Что она из себя представляет? На данный момент вы видите фрагмент большой парковки. На ней производился разворот самолетов и выгонка их на взлетную полосу. Далее. Полоса для разгона составляет около 50 метров до зоны постановки. Границы трассы и клипер-зоны отрисованы дорожной краской. Когда-то мы это делали по весне, 4 года назад или 3, не помню. Краска довольно неплохо сохранилась по истечению лет, наверное, 3. Проблем никаких, видна хорошо. Единственное, что немножко локация заросла. А теперь мы видим фрагмент взлетно-посадочной полосы длиной около 1,5 километра. Функционал она, в принципе, свой несет, но единственное, что немного заросла. Какой-нибудь кукурузник на нее сесть может абсолютно без никаких проблем. Итак, банда, мы благополучно добрались до локации, а сейчас я постараюсь рассказать вам немного про свой автомобиль. Что мы имеем? 30-й кузов. Мотор М60B40, гидроручник, выворот, спортивный бак, развальная балка задняя. Все, доработок больше нет, тачка практически, можно сказать, стоковая. А также с тех времен осталось много улик в виде кусков оторванной резины. Интересно, чья она? You feel the impact. You break it open, leaving nothing fucking intact. Hey, yo, you've been hacked. Тут, кстати, для любителей качественного звука, послушайте, какое здесь эхо. А теперь новый контент. Назовем его 24 часа выживания в лесу. Сейчас я отвечу вам на вопрос, который к вам закрался по поводу бутылки, веревки и деревянных реек. Так, приступаем. С меня инженер, конечно, не очень, но сейчас что-нибудь смастерим. Так, одну рейку ложим сюда. Одну рейку ложим сюда, вторую рейку берем и отпиливаем. Примерно вот так вот. Понеслась. Есть контакт. Дальше. Нам понадобится инструмент. Молоток и гвозди. Рейки с гвоздями. Загибаем их. Загибаем, загибаем и загибаем. Кстати, нам еще понадобится та самая лопата. Именно лопата. Так, достаем лишние гвозди. Так, рейку ложим вот так. Прибиваем ей перемычку. Гвоздями понеслась. Есть. Дальше. Есть. Итак, еще отрезаем кусочек.
Есть. Берем два гвоздя, молоток и соединяем реечки здесь. На труды я в школе ходил, поэтому проблем с этим у меня нет. Гвоздь загибаем. Также здесь. Итак, теперь тест конструкции. Хоп. Есть контакт. Что напоминает? Поехали дальше. Берем шнурок. Шнур одна штука. Далее привязываем шнурок. Одна штука. Так. Так. Закрепим все это дело гвоздиком. Так. Хоп, не убегит. Далее. Берем канистру с водой. Одна штука. Снимаем перчатки. И наполняем эту канистру водой, которую заранее мы взяли дома. Ой, не канистру, а бутылку, извиняюсь. Но наполняем не сильно. Есть контакт. Закручиваем. Крышку попробуем так. Не уверен, что получится, но есть контакт. Итак, ребята, многие начали догадываться, что за сооружение. Хоп. Регулировать высоту можно, наматывая ее. Так, следуем. Далее. Двигаемся куда? В зону постановки. Погнали. Итак, конструкция у нас выглядит, будет примерно вот так. А сейчас понеслась. Бомбу бы не откопать какую. Так. Опускаем это дело сюда. И закапываем. Утрамбовываем. Да, конструкция вялая. Есть недоработки. Сейчас будем устранять. Сооружение данной конструкции нам потребовались дополнительные средства в виде таких вот полусухих бревен. Так, воды немного нужно вылить. Очень много ее налил, чуть-чуть переборщил. Так. Закручиваем это дело. Все, теперь конструкция легкая и при этом не болтается особо. Так, берем доски и подпираем данное сооружение таким образом. Придержи. Приехав в следующий раз, все это дело доработаем посерьезнее. Так, все. Конструкция вроде бы устойчивая. Теперь регулируем высоту. Итак, какие у нас будут задачи? Выбить эту бутылку задним фонарем, либо крылом. И тогда это будет считаться то, что ты взял постановку, зону постановки. Поехали пробовать. Знаю, дурман, в голове туман. Ай, мама, мама, душе столько ран. Знаю, балому, душа хулиган. Улечу один прямо к небесам. Знаю, дурман, в голове туман. Ай, мама, мама, души столько ран. Знаю, балому, душа хулиган. Улечу один прямо к небесам. Сколько ты манап, сколько там алкозап. Сколько убитых жад, ты убитый все одна. Сколько я вспомню как здесь поставить трак. Лучше скажу с ума, там нахуй все это надо. Помню, как был отец, там было ли чисто, бегая по подъездам, чтобы зимой согреть. Так было интересно, никому не честно. Пошло-то на районе, каждый живет по соседству. Помню эти гаражи, помню эти переулки. Помню, как с мусорами играли вместе жмурки. Помню, как с пацанами делили на все булки. Помню, по ужам после чистили зимой. Знаю, что распиздять, не знали мои мысли. Не говори.
банда, случилось немного ЧП. Все началось с того, что наступили холода, и я вместо заглушек на радиатор печки поставил патрубки, ну, то бишь, ее подключил. Вот, и шланг перетерся, и в итоге начал свистать антифриз. Вот, но благо он не лопнул где-то посередине, а чисто с краю, поэтому мы его сейчас натянем подальше и, в принципе, зальем уже воды и продолжим на воде. В общем, показываю, что случилось с патрубком. Вот одна его часть, вот вторая. Порвался вот так вот, как-то неравномерно. Сейчас мы его ножиком ровнее подрежем и, в принципе, натянем, и будет дальше тачка катать. То, что он будет немного короче, это, в принципе, не критично, длины достаточно. Вот, все, чинимся и продолжаем. Нами завязали вместе. Знаю, дурман в голове туман. Ой, мама, мама, души злой гаран. Знаю, по-моему, душа хулиган. Улечу один грамм от минуса. Знаю, дурман в голове туман. Ой, мама, мама, души злой гаран. Знаю, по-моему, душа хулиган. Улечу один грамм от минуса. Скоро рассвет, сына нету дома. И снова сына вроде деда, сука, по району. И скоро рассвет, мир по капюшонам. Идет обратно, даже если сильно сонный. Сынок не заблудился, и думаю, мой доктор. И буду просто поглощать беззаботный гор. Забывший все проблемы, забывший. Банда, в завершение дня хотелось бы подвести итоги. День прошел успешно, все сняли, были маленькие поломки, но как бы все обошлось. Банда, и в честь этого символического момента у нас есть бутылка шампанского, которую мы в честь открытия канала выпустим в воздух. Итак, канал официально считаю открытым! Ура! Короче, банда, сейчас будет происходить очень уникальный момент. Пацаны просят прокатить. Прокатить всех реально не могу. Вот, но мы устроили такой мини-чемпионат. Прокатится один из них, самый везучий. Вот вы даже не представляете, кто это будет, но кто-то будет. Давайте, подходите на Чифифо, по двое. Двое, давайте сюда. Подходите. Так, давай. Чифифо. Разъебал. Так, этот выиграл на эту сторону. Давайте, следующие двое, пацаны. Чифифо. Разъебал, давай сюда. Следующие двое. Давай, Чифифо. Давай, 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 заходи. Давайте еще двое, кто там? Давайте. Чифифо. Чифифо. Опа, красава! Давайте, пацаны, давайте, двое сюда. Сюда. Подходите. Двое, давайте. Так, давайте. Давайте. Чифифо. Опа, красавчик, уходи. Давай, следующий, давайте, пацаны. Чифифо. Опа, давайте. Битва, битва. Победитель будет катать. Несусь по кварталам, я как GTR. Получил больше, чем даже хотел. Столько внимания к моей персоне, я владел. Много проблем, вижу людей, как рентген. Несусь по кварталам, я как GTR. Получил больше, чем даже хотел. Столько внимания к моей персоне, я владел. Много проблем, вижу людей, как рентген. Меня падал, растворялся препарат. Наступил тот момент, когда мы приехали домой, добрались успешно. День сегодня был очень насыщенный, голос я уже сорвал. Всем спасибо за просмотр и до следующей серии. Пока!